Друзья, всем привет! На нашем канале мы уже, наверное, все уши вам прожужжали про улиток теодоксусов и их родственников неретин. Уже трижды показали их профит в борьбе с зеленым налетом в аквариуме. Поэтому в рамках данного ролика мы не будем по пятому разу вас убеждать в их эффективности. Все, кто не видел старые ролики, для вас сейчас будут всплывать подсказки, а также ссылки на старые видосики будут оставлены в описании под этим роликом. В рамках данного видео мы хотим вам просто показать всю красоту и прелесть популярных видов неретин, а также дать их латинские названия. Неретины зебра, билайны, рогатые улитки – все это народный фольклор. Правильные названия несколько иначе звучат и позволят всем заинтересовавшимся правильно их идентифицировать, ну и соответственно почитать правильную интернет-литературу об их ареале обитания и условиях содержания. Всем желаю приятного просмотра, запускаем наш топчик нереально красивых неретин. Меня зовут Печальный Астронотус, и это был первый аквариумный медиаресурс funfishka.ru.